Уважаемые дамы и господа, уважаемые подписчики, читатели моего сайта, я хочу напомнить, основная базовая идея, принципиальная идея моих семинаров, от чего я отталкиваюсь, звучит следующим образом. Я просто убежден, что большая часть людей, живущих сейчас в нашем современном обществе, даже не подозревает о том, что в их головах находятся нереализованные, потенциальные, невероятные способности и возможности. Представьте себе, что у вас есть самый современный компьютер, но вы не умеете устанавливать программы, вы не умеете пользоваться компьютером. Компьютер становится бесполезной игрушкой. Представьте, у вас современный автомобиль, прекрасный автомобиль, но вы не умеете его водить. Автомобиль становится бесполезным. Основная идея моих семинаров, все, что я могу вам дать, это запустить процессы, которые активируют ваши нейронные сети. Те нейронные сети, которые в обычной жизни, в обычном состоянии вы активировать не можете и не сможете никогда. Не тешьте себя иллюзией. Вам кажется, что общество заботится о вас. Вам, возможно, кажется, что эта система заинтересована в вашей свободе. Вовсе не так. Эта система не заинтересована в том, чтобы вы стали самостоятельной, творческой, высокодуховной единицей, личностью. Это общество заинтересовано в том, чтобы вы стали частью механизма, винтиком в этом механизме, послушным биороботом, который будет обладать определенным запасом знаний и будет выполнять очень узконаправленные функции. Основной задачей, генеральной задачей моих семинаров и ретритов является показать вам наличие в вас, в вашей голове, нереализованных скрытых ресурсов и научить ими пользоваться. Мой семинар базируется на четырех составляющих, на четырех китах. Это восстановление, лечение, обучение и мистика. Что это такое? Давайте рассмотрим каждую из составляющих. Очень быстро. Восстановление. Вы приезжаете из мегаполисов, из очень тяжелых с точки зрения энергетики мест. Вы приезжаете с кучей ментального мусора в своих головах. И для того, чтобы сбросить и очиститься, нужно время и нужны условия. Природа, идиллическая атмосфера, общая энергетика острова сделает так, что ваша психика и ваша физиология восстановятся полностью. После моих семинаров люди уезжают не просто отдохнувшими, а полностью восстановленными, полными сил и энергии. Лечение. Общеизвестно, что многие психосоматические заболевания успешно лечатся с помощью гипноза. Сочетание гипнотических сессий, психоделических сессий и дыхательных практик запускают необходимые механизмы в вашем организме, которые способствуют вашему излечению. Вы начинаете уже во время семинара чувствовать облегчение. И это мы закрепляем навыками самогипноза. Обучение. Все 5 дней я нахожусь рядом с вами. Но каждый день в течение 5 часов вы будете слушать меня. Я буду делиться с вами информацией, которые я располагаю, информацией о гипнозе, информацией о самогипнозе, саморегуляции, дыхательных техниках, о различных концепциях
существующих в мире, которые позволяют вам легче справляться с проблемами, легче управлять своим мозгом. Вы будете получать очень много информации, которая в течение наших встреч уляжется, и вы будете пользоваться этой информацией для того, чтобы в обычном своем мире чувствовать себя комфортно и гармонично. И теперь мистическая составляющая. Можно сколько угодно читать Карлоса Кастанеду, можно сколько угодно спорить о шаманизме, о магии, о различных аспектах нашей реальности, о параллельных вселенных, о голографичности сознания. Но пока у вас нет личного мистического опыта, все разговоры останутся просто разговорами. И в вашей жизни это будут просто разговоры. Никакой пользы. Для того, чтобы какая-то польза все-таки была, вам необходимо пережить мистический опыт. И это один из аспектов моего ретрита-семинара. Все эти четыре направления гармонично переплетены между собой и являются основой нашего ретрита, нашего семинара. Но по желанию участника, по вашему желанию, мы можем сделать акцент на одном из направлений, например, на обучении или лечении. Все семинары и ретриты проводятся абсолютно в индивидуальном формате. Никаких групп, мы с вами один на один. На острове вы будете жить в абсолютно комфортабельном отдельном бунгало. По вашему желанию, некоторые бунгало, у некоторых бунгало есть бассейны. Безусловно, горячая вода, интернет, все это к вашим услугам. Все очень комфортабельно. Многие люди опасаются ехать, потому что у них нет опыта самостоятельных путешествий. Я вас уверяю, как только вы прилетите в аэропорт, вас встретит наш таксист, он привезет вас в то место, где буду находиться уже я. Я вас встречу, и с этого момента вы будете постоянно со мной. С вами ничего не может случиться, вы освоитесь в новой обстановке, и, скорее всего, вам даже не захочется уезжать, как это часто бывает. Для того, чтобы стать участником ретрита, достаточно просто написать мне письмо на мой почтовый ящик. Если вы не запомнили адрес почтового ящика, вы можете выйти на сайт domdao.ru, зайти в соответствующий раздел, прочитать все о ретритах, написать мне письмо, и в ответ я вам вышлю подробные инструкции, а также стоимость этого ретрита, семинара. Также есть возможность принять участие в индивидуальном один на один семинаре по самогипнозу. Это трехдневный семинар по самогипнозу и практикам гипноза, которые я провожу непосредственно на острове Бали. В стоимость этого семинара входят различные экскурсии по самому острову Бали, а также пляжный отдых. Самые ближайшие ретриты планируются на осень 2016 года с сентября по ноябрь. Возможно, настало время инвестировать в свои потенциальные возможности. Подумайте об этом. С вами был Дмитрий Домбровский. До встречи и успехов! Удачи вам!